Привет всем, кто смотрит это видео. Пришла очередная посылка из Китая. Хотел показать, что же ко мне пришло. Давайте посмотрим. Что это пришло? Это пришли очередные, значит, долгожданные трекеры. 2 месяца с лишним я их ждал. Многим знакомые. Нужны во многих местах, можно в машину бросить, чтобы она, соответственно, сообщала координату. Есть в ней симку. Можно вставить. Также можно вставить SD-карточку, microSD-карточку, для того, чтобы она записывала мне координаты, когда она не в сети сотовых компаний находится. Координату можно получить с нее с помощью SMS, если отправить на нее SMS с определенной комбинацией. С определенным сообщением, я бы сказал так, и в ответ придет координата, где находится этот трекер. Это возможно будет применить во многих местах. На этом все. Пока.